дури в Гуантанамо. Вот черт. В чем дело? ЦРУ приволокло Резу Нури в Гуантанамо. Его сейчас допрашивают о роли Ирана в черном списке. У Нури были сведения? Надо узнать, что он там делает. Но сейчас он сидит в тюремной робе и выдает данные в обмен на милость. Если есть что сказать, говори. Ладно. Грим права. Ты облажался. Заигрался в ковбоя, а нам расхлебывать. Эй, тише, мы же исключили Иран. Неважно, кого мы исключили. Если Нури запоет, то может подтолкнуть США начать войну не с теми. Именно. И кому это может быть выгодно? Садико. Нури явно его человек. Это лишь догадка Сэма. Точно нам не узнать. Мы разругались с ЦРУ после Бенгази и Чикаго. Они ничего не скажут. Верно. Ты лишился всех контактов с разведкой. У меня есть ты. Это еще что значит? Будешь работать вместе с Грим и Чарли. Как Чарли мне поможет? Никак. Ты поможешь ему. Мы лезем туда. Туда? Вы спятили? Чарли нужны протоколы безопасности, чтобы мы могли вскрыть их защиту. Это не так просто. Нужны документы, ключ карты. Не вопрос, это я смогу. Это безумие. Не для нас. Там много наших парней, так что обходимся без убийств. Эми, усыпляющий газ и дымовые шашки избавят нас от проблем. На колени. Встать. Теперь вы заключенные 7-го лагеря тюрьмы на базе Гуантанамо. Кивните, если поняли. Встать, быстро. Заключенный, я ваш конвоир. Вы должны подчиняться моим приказам. Кивните, если поняли. Не думал, что ты справишься. Да. К счастью, у меня еще есть допуски ЦРУ и пара друзей. Полегче, Брикс. Нужно же порадовать камеры. Твое барахло в тайнике за прогулочной зоной. Отключу свет, чтобы ты мог укрыться. Нури со следователями из ЦРУ. Они обедают, у тебя есть время. Встречаемся в лодке? Если достану. Если? Ты принимаешь решение на ходу, я планирую по ходу. У тебя выйдет. Откуда уверенность? Иначе никак. Встреча снаружи. Стой.
Найди нам выход. И тебя посадили? Ну, как видишь. И меня сюда сади, Купек. Я здесь не из-за Садика. Нет? Что же ты за решеткой тогда, думаю, из-за него? Где следующий теракт? Говори. Извини, я теперь говорю только с новыми друзьями из ЦРУ. Говори. Терпи сколько хочешь, но ты заговоришь. Нет, 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 а, нет, нет, не надо. Садик послал меня отвлечь Америку, заставить напасть на Иран. Я спрашивал о терактах, не тяни. Он хотел захватить корабль. Я предоставил для этого людей. Где? Я не знаю. Я не знаю. Больше я ничего не знаю. Иран не причастен к этим терактам. Кто стоит за Садиком? Больше я ничего не знаю. Эй, что за... Ты больной. Никто тебе не поможет. Прошу, нет. Тебе нужны руки, а мне имена. Я все скажу. Все скажу. Сэм Фишер. Анна Гримсдоттер. Айзек Брикс. Чарли Коул. Ваш самолет. Четвертый эшелон. Он все знает. Все знает. Хочешь найти Садика? Он уже рядом. Я заговорил. Садик убьет меня медленно. Мне больше нечего сказать. Убей меня. Прошу. Прояви милосердие. Браво, Брикс. Заманили сюда. Soccer is the most popular sport in the world, you know. I'm very happy to know. Now enjoy your thrilling 0-0 tie. Smart ass. That.
reindeer necessary. Bravo reports, all clear. Получилось достать катер на юг вдоль берега. Понял. Берегись. Аварийка заработала. Нужно торопиться. Рано или поздно они найдут то, что осталось от Нури. Сэм, если что, у арбалета есть несмертельные стрелы. Надеюсь, обойдусь без них. Запомни, Сэм, охранники свои. Убьешь кого-нибудь, и мне придется отозвать тебя. Эй, там!
stacked boxes. Two more on top there, that whole thing's coming down on your head. It's just boxes. We just finish what you're doing, and after that stack falls over on you, I'll show you how to stack boxes properly. Whatever.
В лагере рентген. Ты почти у цели. Firefight. Just kind of bored. The worst things of being bored. Trust me. Number one checking in, all clear. Ты почти у цели. Перебраться с помощью троса. Все лучше, чем от собак отбиваться. Thank you.
лагерь Рентген. Ты почти у цели. Funny, they don't show crap like this in the recruiting posters. Hey, it beats the hell out of getting your ass shot at in some desert somewhere. A little action might not suck. Spoken like a man who's never been in a firefight. Just kind of bored. There's worse things than being bored. Trust me. Same with you. We're all clear. Где перебраться с помощью троса. Все лучше, чем от собак отбиваться. Что там, чуешь кого-то? Я в рентгене. Так, иди насквозь. Доберись до берега, там тебя будет ждать Брикс. Скажет, когда можно. Ты все узнал? Нури послал сюда Садик. Отвлекающий маневр, чтобы успеть захватить корабль. Американский огонь. Новый удар. Точно. И еще одна проблема. У Садика есть вторая цель. Мы. Я позволил. Извинения приняты. Я был неправ. Кем не бывает. Зато мы ушли из Гуантанамо. Жаль, похвастать нельзя. Привыкнешь. Да. Мы еще не выбрались. Брикс, вы как раз между патрулями. Панель пропал. Понял. Ты еще вчера нежился на пляже на Кубе, а теперь в Мексике.
Уходить от обстрела патрульного катера – не лучший отдых. Ну, скажи, что есть новости про захваченный инженерами корабль. Персонал аэродрома уехал 5 минут назад. Быстро и внезапно. Похоже, у нас будут гости. Мы пытались использовать дрон для разведки с воздуха, но кто-то глушит сигнал. Нам надо немедленно взлетать. На фланге пешая группа противника. Так, вы трое, останьтесь здесь и прикрывайте нас. Грим, мы не можем взлететь, пока по нам стреляют. Я все подготовлю.